Moodle является свободной системой управления онлайн-обучением, которая позволяет преподавателям, учителям, тренерам создавать свои собственные веб-сайты, динамически наполненные курсы, расширяющие возможности обучения в любое время и в любом месте. Являетесь ли вы учителем, преподавателем, учеником или студентом, или администратором, Moodle может удовлетворить ваши потребности. Настраиваемое ядро Moodle представляется большим количеством стандартных функций. Взгляните в нашем ролике на основные функции ядра Moodle и их особенности. Итак, основные функции. Современный и легкий, отзывчивый и доступный в использовании интерфейс. Легко применяется на настольных и мобильных устройствах. Посмотрите демо-сайт. Персонализированная панель управления Dashboard. Организуйте и отображайте свои курсы так, как вы хотите. Быстро просматривая текущие задачи и сообщения. Подробнее о панели управления здесь. Совместные инструменты и мероприятия. Вы можете работать и учиться совместно в форумах, вики, глоссариях, базах данных и многом другом. Виды заданий или учебных активностей здесь. Инструмент Moodle под названием «Календарь» по сути это устройство, все в одном. Он поможет вам следить за событиями, как вашими личными, так и вашей организации, видеть сроки в ваших курсах, ваши групповые встречи и другие личные события. Удобное управление файлами. Используйте файлы сервисов облачных систем хранения, включая Microsoft, OneDrive, Dropbox и Google Drive. Подробнее работа с файлами здесь. Простой и интуитивно понятный текстовый редактор. Он обеспечивает форматирование текста и удобное добавление графического и медиа-контента с помощью редактора, который работает во всех веб-браузерах и на любых устройствах. Уведомления. Если эта функция включена, то пользователи могут получать автоматические уведомления о новых заданиях и их сроках, сообщениях на форумах, а также отправлять личные сообщения друг с другом. Отслеживание результатов обучения. Педагоги и учащиеся могут отслеживать прогресс и завершение с множеством вариантов для отслеживания отдельных видов учебной деятельности или ресурсов на уровне курса. Административные функции. Настраиваемый дизайн сайта и его оформление. Легко и быстро настройте тему оформления Moodle с вашим логотипом, цветовыми схемами и многим другим. Или просто создайте свою собственную тему. Безопасная идентификация и массовый охват. Более 50 настроек параметров аутентификации и регистрации. Для добавления и регистрации пользователей на ваш сайт Moodle и ваши курсы. Многоязычные возможности. Разрешите пользователям просматривать содержание вашего курса и учиться на их родном языке. Или настройте сайт для многоязычных пользователей и организаций. Подробнее о языке здесь. Создание копий курса и простое его резервное копирование. Создавайте курсы любого формата, делайте их резервное копирование и восстановление больших курсов легко и просто. Подробнее о массовой загрузке курсов здесь.
управление ролями пользователей и правами доступа. Решайте проблемы в области безопасности путем определения ролей для регулирования и управления доступом пользователей. Роли и разрешения представлены здесь. Поддержка открытых стандартов. Для вас существует простой импорт и частично экспорт в стандартах IMS, LTI, SCORM и многое другое в Moodle. Подробнее про SCORM и внешний инструмент здесь. Простое управление плагинами. Установить или отключить плагины можно в рамках единого интерфейса администратора. Подробнее установка плагинов. Регулярные обновления безопасности. Moodle регулярно обновляется последними обновлениями безопасности. Это делается для того, чтобы обеспечить ваш сайт Moodle полностью безопасным. Подробнее про безопасность здесь. Подробный анализ и отчеты. Просмотр и генерация отчетов по деятельности и участию в курсах, и на уровне сайта тоже. Разработка курса и функции управления. Любые способы обучения. Конструируйте и управляйте своими курсами для удовлетворения самых различных потребностей. Обучение может проводиться под руководством инструктора, в форме самоподготовки, в смешанном или исключительном онлайн обучение. Подробнее о педагогике электронного обучения здесь. Поощрение сотрудничества. Встроенные средства совместной публикации и участие в обсуждении способствуют и поощряют сотрудничество при размещении контента и при проявлении инициатив. Интеграции мультимедиа. Встроенная поддержка любого медиа-контента позволяет легко искать и вставлять видео и аудиофайлы в ваших курсах. Управление группами. Группы учащихся могут распределяться в курсах, что позволяет дифференцировать деятельность и облегчить групповую работу. Точки учебного процесса. Можно удобно назначать различные сроки для заданий, управления и контроля за успеваемостью группы, когда задания исполнены отдельными учащимися или не исполнены. Смотри модуль задания здесь. Взаимная и самостоятельная оценка. Можно проводить такие мероприятия, как семинары и опросы. Это поощряет учащихся просматривать и оценивать работы друг друга и свои работы тоже в составе учебной группы. Интегрированные бейджики, значки. Полная совместимость бейджиков с сервисом Mozilla Open, что позволяет мотивировать учащихся и поощрять их участие в обучении, получении с тонкими настройками. Подробнее про бейджи здесь. Категории и рубрики. Выберите один из передовых методов классификации оценок, чтобы адаптировать журнал оценок, зачетную книжку для вашего курса и проведение критериального оценивания. Подробнее категории оценок здесь. Безопасность и конфиденциальность. Обучайте и распределяйте зоны персонального доступа, в которых только вы и ваша группа может получить доступ. Подробнее здесь.